дома и так далее. И это правда. Но вы же не хотите этого слышать. Вы же говорите всегда, он меня любит, все у нас будет классно, все будет хорошо. Девушки, что не так? Ваши устраивают любые квартирные условия. Классно, вы правы. На 100%. На 100%. Но они же не хотят меня слушать, я им объясняю. Я говорю, куда тебе жениться? Ты снимаешь квартиру, тебе нечем платить за нее. Куда тебе жениться? Объясни. Комнату еще не платил, комнату снимаешь. Куда тебе жениться? Объясни. С кем-то напополам. Ну ты что, куда ты? Третий положишься, если никак. Но они же не слышат. Пастор старомодный, он ничего не понимает. Мы поженимся, все там будет у нас на, ну, там, чики-пики. Бог благословит. Пастор говорит, мы поженимся, я попрошу соседа съехать. Но пастор же это говорит? Нет. Вика, на анатомии брака, помнишь, у нас умные есть, да? Я им объясняю какие-то вещи. Как они себя там? Как ты думаешь, они смиренны принять? Большинство. Я, наверное, если бы я не хотела... Не, сейчас, как ты думаешь? Нет. Я думаю, сначала то, что, ну, сперва, то, что вы говорите, принять очень тяжело. Если, ну, вот для меня, вот все, что вы говорите, для меня это естественно. Вот, вы поняли? Ты где внимание, смотрите. Она, извините, я сейчас не обидел речь, она будет расти быстрее, чем любой другой человек, который даже ходит в церковь, уже 2 года входит. А потому что человек открыт принять. Теперь, внимание, вопрос. Чем определяется духовный рост? Временем, проведенным в церкви? Нет. Тем, как мы слышим. Поэтому, когда отец говорит, что мы должны делать? Слышим. Это сейчас я не о пасторе говорю. У вас есть лидеры, есть наставники. В конце концов, есть ваши физические родители. Не, если родители говорят в истине Слова Божьего, да, это безусловно.